Матчи в центральной игре. Молния Урарту. Урарту представляет Россию и Армению. Две страны. И вот сейчас у нас в атаке молния. Хороший гол! Олег Тарабанов! Эти составы. И гол! А вот уже и Урарту ответит сейчас. Может быть, чем-то Урарту ответит? Ах! А игра у нас сегодня ожесточенная. Отдельный привет, конечно же, большой. Вот давайте сейчас посмотрим. Романенко! Гол! Наверное, все-таки соглашусь скорее, потому что... Ну, не как в матче Мойдодыр и Альпстроя. Вот Тарабанов с мячом. Ох, прорвется сквозь двоих. Олег сквозь двоих прорвется. Ой-ой-ой, если бы молния сейчас забила. Стремляется молния вперед. Смотрите, какая скорость хорошего молнии. Олег Тарабанов пробивает. Спасает свои ворота. Милешкин там, по-моему. Ах, Минский клуб. Ах. Ну вот сейчас, может быть, на дальней штанге там никого практически не было. Если бы мяч дошел там. Романенко, ворота-то открыты. Гол! Дубль Артема Романенко. Ох. 2-2. Возвращается в игру Урарту. Начинаем все сначала. Из чистого листа. Опять начнем сначала, как пел Дмитрий Маликов. Ну и вот здесь у нас тоже 2-2. Большое спасибо, Павел Пашнев там заполнил номера. Сегодня, кстати, в роли фотографа. Ой-ой, Маркосян, Арман пробивает. Вот это вытаскивает Александр Зайка. Время поблагодарить, слушайте. Ну, вот такая игра интересная, правда. Вот атака у молнии. Давайте по... Зачем так далеко мяч от себя отпускать? Зачем? Ну вот. В результате потеря. В результате. Вот это гол! Гол! Артур Чапурян! 3-2! Сказал. И, видимо, дошло это до Урарту. И они. Сейчас вперед! Вот это молния! Вот это гол! 3-3! Ой, друзья! Одно удовольствие комментировать такую встречу. Это, похоже, Никита Лисименко делает счет 3-3. Но без Николая, пока Урарту этот сезон проводит. А сегодня вот так любопытно. Виктор Козловский в составе Урарту. Хорошо, здесь Олег Милешкин. Артищев. Ой-ой-ой! Крестовина! Таблицу. Пока у нас Альпстрой. 7! А, с почином Виктор Козловский! Они... 4-3, Урарту впереди. Сафроненко на Роженина. Вот хороший пас. Вот хороший гол. Гол. Молния. Да, четвертый номер Кирилл Неразнак отличается. Как же долго мы ждали гола от Кирилла. И наконец дождались. Четвертый номер делает счет 4-4. Вот это 3-4. Вечернее время, да, в рабочие дни могут играть в футбол. Еще и помимо этого на предприятиях различных трудятся. Вот таковы прелести массового футбола. Ой, Маркосян, в штангу попадает, Арман! Что у нас? Это передача, ай-яй! Романенко! Тарабанов! Бежит Олег, бежит! Будет ли бить Олег Тарабанов? Самому нужно было бить, гол! Молния 5-4, пятый номер Никита Тебеньков делает дубль. Есть еще доля секундочек. И вот пошли вперед Урарту. Романенко, как же так? Ну там здорово, на линии ворот Александр Свольский мяч выбил. И все, пошли вперед молния на Олега Тарабанова. Передача Тарабанов, ну здесь оставляет в игре Урарту Олег Милешкин. Молния! 5-4 побеждает. Ах. Андрей, можно комментарий? Андрей Сафроненко рядом со мной, игрок молнии. Андрей, вот с победой, за счет чего получилась такая нервная, напряженнейшая игра? Спасибо. Ну, спасибо за поздравление, да. Но я думаю, игра была равна, как бы. Могу и туда склониться, как бы. У ребят был момент, у Урарту при счете 4-4 не забили. Саша нас выручил. И, можно сказать, сразу же забили. Как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе. И, я думаю, выиграли вот поэтому. Ну, как бы такая игра, я говорю, что могло и туда, и туда. Дальше Альпстрой.
Ну, будем также продолжать, я надеюсь, выигрывать и двигаться к чемпионству. Ну вот отрыв сейчас у Альпстроя, у Молнии, 6 очков вот от Урарту теперь. Все-таки можно ли сказать, что Молния и Альпстрой будут разыгрывать? Да, нет. Я думаю, что во втором круге еще все может поменяться. Как бы я думаю, что Урарту подтянется. Где-то обыграют тот же Альпстрой, где-то Альпстрой кому-то проиграет. То есть уже будет, можно сказать, между ними равное. Там, ну, я не знаю, как мы там сыграем, но я надеюсь, будем выигрывать и двигаться дальше. Новый год как отметили? Новый год дома с семьей. Вот. Дальше. Что, все по плану. Ну, хороший подарок Молния вот сделала своим болельщикам. Старому Новому году и всем праздникам, да, наверное. Да, спасибо им. Можно сказать. Ну что ж, поздравляем. Все, ну, тут, наверное, на этой хорошей ноте, позитивной, мы завершаем наш репортаж. С вами был Валерий Амич. Всем хорошего воскресного вечера.